Всем привет, с вами Лев, и сегодня я продолжаю играть в Minecraft, и это, ребята, Skywars лабораторий, и в этот раз у нас будут лаки-блоки, да, в принципе, в прошлый раз у нас был ТНТ, в этот раз уже будут лаки-блоки. В принципе, давненько не было вообще Skywars любого, да, и, в принципе, кстати, я думаю, возможно, я где-нибудь через месяц-сок запишу самый обычный Skywars, потому что, ну, я на давненько не было самого обычного Skywars, в принципе, окей. Так, в принципе, мы лутаемся, и я на самом деле играл в этот мини-режим достаточно часто когда-то, и он на самом деле, помните, ну, я не знаю, вы играли или нет, короче, дело в том, что здесь было куча всяких построек ужасных, которые, да, отвали слайм долбанный. Короче, здесь было куча построек, и из-за этого дико все лагало просто. Сейчас их стало поменьше, как-то исправили, и сейчас более-менее даже на запись могу снимать. Конечно, да, здесь будет FPS, наверное, поменьше, да, может быть, не в 50, конечно, как я снимаю, в принципе, но в любом случае, думаю, более-менее нормально получится. Все-таки ладно, так, мы лутаемся, у нас уже броня есть, нужно оружие какое-нибудь. Давайте оружие. Ой-ой, арбузы выкинул, чтоб тебя. Арбузы хорошие, вещь тут. Слайм задолбал, честное слово. Так, хорошо. Так. О, это ускоренные ботинки. Скорость 2, нифига себе. В принципе, теперь я быстро бегаю и все такое. Так, это хорошая достаточно штучка. На! Пау! И он прям в меня улетел почти, ну, поближе ко мне. И мы уходим. Так, вижу чувачка. Так, а что это такое? А, это спасательная, вроде как платформа. Платформа. Да, так давайте попробуем его ударить, убить. Я попробую, конечно, но... А, что? О, капец! Блин, у меня сейчас дико все залагало, короче, это реально жесть была. И сейчас отвисло, и все, короче, нормально стало. Короче, ребята, давайте наберем 95 подписчиков, хотя бы уже не 100. Потому что сборка, ребята, у меня уже готова. Короче, ребята, я передумал, давайте не 95 подписчиков, а наберем 99 подписчиков, потому что сегодня подписался еще один подписчик, а недавно подписался, ну... Короче, сегодня я захожу на канал, вижу 94 подписчика, до этого было 93. Ольга записывал 3 числа, сейчас у меня уже 5 число, и типа на меня еще подписались. Давайте, короче, будет 99 подписчиков. Алло? Я уже договорилась, за тобой едут. Ладно, ладно, шучу. Достаточно быстро я ее сделал, в принципе, где-то дней за... О, подождите. Ну, значит, дней за 10, наверное. Оп, лаки-блок, офигенно. Крипер. Инфенсатион. Инфенш. Короче, инфекция криперов, что-то такое, наверное, я так понимаю. У меня тут зомбаки свои, и это неплохо. Так, лук достаточно прикольный. Так, он одинаковый. Есть кирочка хотя бы какая-то, ну хотя бы какое-то оружие, в принципе. Я надеюсь, что мы сейчас затащим, потому что мини-режим реально рандомный почти что, потому что ты здесь можешь уметь просто из-за лаки-блоков в основном. Но даже не из-за игроков дело. Так, о, Крипуля, здорово. Как жизнь, да? Давненько тебя не видел, кстати. Крипуля! На! Пока, все. Поразговаривали, так, отлично. Лаки-блоки, но я их лутать пока что не буду, они мне не нужны особо. Так, ух, нихера там жестко. Так, блин, меня сейчас все убьют. Валим. Капец. Быстро. Так, фух. Оп, зелька. Так, на. Давай, у меня четкая зелька, я тебя валю сейчас. Вали, давай. Давай, крипуля. Ебой, просто. Капец, мы затащили. И, в принципе... Это на самом деле не может не радовать. В принципе, как-то так. Подождите. Он вернулся, подождите. Нет. Я думаю, что это все. Ну капец. Быстро. Он где-то. Ух, нихера тут песок прям. Так, ну что-то прям, блин, страшно на самом деле. Так, пока что такие блоки пооткрываем. Отбежим от Дзеева, а то как-то он напрыгнет на меня еще. Я завизжу, блин. Так, хорошо. У меня, кстати, есть идея, как подняться. Даже две идеи, окей.
Так. Даже три идеи, окей. Ну, это две идеи. Окей, вот. Как я могу подняться. Давай, давай. Отлично. Здорово. Как жизнь, ёпта. Давай, на-на-на-на-на-на-на-на. Итак, ребята, вот и вторая катка, наверное, она будет уже последняя, потому что ролик делать большим не хочу. И, в принципе, сейчас, кстати, этот ролик выйдет пораньше, чем обычно, раз в неделю обычно ролики уходят. И, в принципе, как-то так, хорошо. В принципе, кстати, заметили, то, что с апреля я начал выкладывать побольше роликов. Ну, как побольше? Раньше было по два ролика по одному в месяц аж. А сейчас их уже пять было. В принципе, уже неплохо. Плюс еще этот ролик сейчас будет, ну и все будет четко. Да. А нет, это лучше будет. Так, надо спрятаться, а то еще убьют нафиг. Так, это штаны, окей. Так. Мечуга. Ну, по-моему, это плохой меч. Так. Насколько я знаю, он плохой. Вот этот хороший меч. Да. Так. Какой взять меч? Так, у меня. Ну, я не знаю, ну. Это бьем, все отлично. Алмазную шмотку. И все достаточно четко. Да, в принципе, был выбор взять какую-нибудь вещь. Я ее взял. Взял штаны, в принципе. Да. Так, панч 2. Можно толкнуть. Давай, давай, сейчас упадешь, я тебя подстрелю. На! Пау! Пока! Плюс скилл, отлично. В принципе, мы строимся. Так. Блин, главное, чтобы меня никто не столкнул, не убил. Потому что тут всякие яйца есть, всякие тут просто взрывающиеся штуки. Просто, ребята, это типа... помните, я 8 месяцев назад снимал же ТНТ, режим, да? И там, короче, все, естественно, взрывалось. И здесь как бы то же самое почти что. Потому что здесь тоже мало что не взрывается. Здесь много огня всякого, как вы видите, да? На каждом острове почти. Окей, так, Rush Pearl. Это у нас из... Ой-ой. Так, долетел Магадан, отлично. Вот клипуля, зараза. На, давай. У-у-у! Это было красиво. Я не знал, что такой предмет есть, который людей подкидывает. Окей, так, на-на-на. Давай, давай, вали-вали. Отлично, давай. О, давай, давай, ну чуть-чуть, ну чуть-чуть. Nice. Отлично. Я уже испугался, то, что он улетит сейчас. Так, хорошо. Так, что у нас есть? Да вроде не особо ничего. Ничего у нас и нету. Так, хорошо. Ой, боже. Фу, блин, вообще страшно на самом деле, потому что я давненько не записывал вообще Skywars, и, в принципе, сборка у меня все-таки готова, и, как бы, дайте хотя бы 95 подписчиков наберем, и я начну снимать, потому что самому уже хочется начать снимать, но... Так, а нет, это лучше. Самому хочется начать снимать, но хочется, чтобы хотя бы кто-то новый смотрел, да, кто-нибудь новый подписался, и все будет четко. Хорошо, так, давай, давай, и... Да собаки, идите нафиг, все, мы сейчас их зарубим просто тут жестко. Ах, они меня вообще не пробивают почти, окей, так, где чел? Чел. Так, ну я что-то его потерял. Так. Так. Вот у нас компас есть. Давайте его найдем. Отлично, он сам нас нашел. И мы его убиваем достаточно спокойно. Так, компас. Сразу компас. Так. У нас тут есть прыгающая. Ну, наверное, это получше. Хотя нет, Егенка. Вы что, Егенка? Когда я начинаю бить игрока, у меня Егенка появляется. Это важнее, мне кажется. Так. Где? А! Нихера себе, ты так не делал никогда. Блин, это было очень тупо, но я все-таки смог выжить, а то я уже испугался. Так, давай, давай. Отлично. О, бомби, отлично, красиво. Еще бомби, давай. Красава, красава. Братуха. Бомби. Красиво. Не особо его, конечно, пробивает динамит, но все-таки неплохо. Отлично, давай, давай. Красиво сейчас будет, четко просто валим всем нахер. Давай. Быстрее. Вали его. Давай. Давай. Блин, капец, ну давай, да сколько можно? Я сейчас умру. Чё так сложно-то? Чё так сложно? Нет! Нет, ты не уйдешь. Отлично, ребята, мы победили. В принципе, напишем КГ. И, в принципе, как-то так получается.
Я тут все съел что-то, подождите. Вы простите, в принципе, я готовлю крутой новый ролик, поэтому, типа, давайте там, поддержим меня под этим роликом хотя бы, да. И, в принципе, лайков 9-10 набьем, и выйдет самый обычный SkyWars, потому что, ну, думаю, то, что его, в принципе, давненько не было. Наверное, уже год назад, может быть, 10 месяцев назад, не помню, честное слово. В принципе, как-то так. Надеюсь, вам понравился этот мини-режим. У меня, кстати, випка же есть. Думаю, вы и так это знаете, ну просто вроде как в роликах не говорил, насколько я помню, хотя вроде как на SkyWars, когда я снимал на Кубкрафте, вроде как говорил. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, всем спасибо, пока-пока! Значит, опять домой в этот волшебный сон. Сон, где короткая...